Пресс-конференции, мастер-классы, творческие встречи и, конечно, кино на большом экране. Меньше чем через неделю в столице Чувашии откроется 11-й Чебоксарский международный кинофестиваль. Какие фильмы увидят жители республики в этом году? Далее в сюжете. В этом году в рамках Чебоксарского международного кинофестиваля, кроме 9 полнометражных фильмов, покажут 15 этнических и региональных кинокартин. Председателем жюри основного конкурса в этом году станет известный российский режиссер, сценарист Александр Прошкин. А жюри конкурса этнического и регионального кино возглавит киновед из США Нэнси Конди. 11-й Чебоксарский международный кинофестиваль будет богат на события. В программе более 80 мероприятий. В программе кинофестиваля планируется участие свыше 40 режиссеров, продюсеров, популярных российских актеров, театры, кино, киноведы и кинокритики из России, также из регионов Якутии, Башкортостана, Бурятии, Иркутска, Южной Кореи, Монголии, Австралии, США. Среди них так популярные медийные лица, как Александр Прошкин, об этом уже сказал. Также Рана Кубаева, советско-узбекская актриса, кинорежиссер, сценарист, продюсер. Торжественно также церемония закрытия примут участие Антон и Виктория Макарские. Торжественное открытие состоится 21 мая в кинозале «Сеспель». В Чебоксарах киноленты будут показывать на 8 площадках. Кроме этого, кинопоказы и творческие встречи состоятся в Новочебоксарске, Шумерле, Мариинском Посаде, Канаше и Алатыре. В один из фестивальных дней пройдут кинопробы для актеров, которые проведет кастинг-директор Мосфильма Ирина Лаврентьева. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.